Всем привет, ребята, меня зовут Алиса, рада видеть вас на моем канале. И сегодня я уже буду опять проходить очень-очень сложный тест, где буду угадывать возраст девушек по фотографии. Я уже проходила подобный тест, и первая часть набрала 1 200 000 просмотров буквально за пару недель. Кто не смотрел это видео, ссылочку я оставлю в описании, но сегодня у нас задача усложнится, потому что будут уже не 3-4 варианта ответа, а примерно 10. Ну, чтобы вы понимали, как здесь угадать. Но если вы будете угадывать со мной, то пишите свои варианты ответа в комментарии. Сколько же девушек вы угадали? Посмотрим, сколько среди моих подписчиков сообразительных. Только пиши честно. Фух, ребята, я волнуюсь, потому что, ну, жесть, как сложно. Здесь просто дофига вариантов ответов. И угадать просто нереально. Поэтому поддержите меня лайком. Если мы наберем 30 тысяч пальчиков вверх, то я сразу же пройду новый тест. Так, все, начинаем. Первая фотография. Ох ты ж. 14, 16, 18. То есть здесь просто весь спектр возраста. Я даже не знаю, этой девушке может быть как и 14, как и 20+, но точно не 20+. Мне кажется, что ей где-то 16. Я отвечу 16. А ей 17. Ну блин, один год, ребята, ну что это такое? Ну, как бы человек выглядит как и в 16, так и 17, мне кажется, особо за год ты не постареешь, поэтому, ну, жестяк, у меня минус один ответ. Короче, так, ну тут уже девушка, фотка очень плохо видно, просто у нее пол лица. Сколько же ей лет? 14, ну не 20+, точно, мне кажется, что она где-то от 14 до 17, я отвечу, ну давайте 14. Пусть будет 14. Ей 14, ребята. Хоть что-то я доугадала. Ну, уже как-то мне уверенность это добавило. Здесь уже девушка, видно, что точно никаких не 14, ни 16, ни 15. Мне кажется, что ей 20+, по-любому, потому что, ну, видно, что она уже достаточно взрослая, не какой-то подросток, и фотосессия в таком уже взрослом стиле. Поэтому я отвечу 20+. Ей 15, ну как? Ребята, вот просто кому 15 или 14 лет, напишите в комментариях, так выглядят ваши одноклассники, потому что, ну, это какая-то жесть. Просто, у меня уже начинает бомбить, мне будут писать в комментариях, что я мало угадываю, ну, это нереально просто. Ну, здесь видно, девочка, ну, тоже, ну, не 14 ей лет, я знаю, как выглядят в 14, как бы. И здесь 16, 18... Но мне кажется почему-то, что ей 19. Вот захотелось просто, глядя на нее, цифру 19 нажать. Поэтому жму ее. А ей 17. Походу, я ничего не понимаю в этой жизни. Фух, идем дальше. Здесь тоже видно, ну никак ей не 14, не 15, не 16 и не 17. Мне кажется, что ей точно 20+, или 19. Вот или 19, или 20. Так, ну давайте ответим 20+, и у нее макияж тут, хайлайтеры, все как положено. Мне кажется, что точно ей 20+, ну где-то лет 20 и есть. А ей 15, 15, чтобы вы понимали, ребята. Походу, я ничего не понимаю в этих тестах, потому что, ну, это жесть, как сложно. Ребята, если будете писать комментарии, пишите честно, сколько вы угадали, потому что у меня пока один правильный ответ. Так. Новое фото. Ну, не может ей быть 14, все. Я отвечу, что ей, может 17, 18, 19. Ну, пусть будет 18, я думаю 18. 17, я так хотела нажать 17, вот отвечаю просто, я себе где-то мысленно засчитаю этот правильный ответ, потому что я хотела нажать 17, ну, один годок ошиблась. Тут уже девушка тоже взрослая, практически без макияжа, но видно, что ну не может ей быть 14-15. Не знаю, мне кажется, хочется нажать или 19 опять, или 20+. Может нажать 20+, давно не было такого ответа. Ну, 19. Все, пусть будет 19. А ей 14. Класс, просто 14 лет. Почему я так не выглядела в 14 лет? Я бы была самым счастливым в жизни человеком. Так, новое фото. Ну, здесь видно, что девушка очень молодо выглядит. И где-то ей или 14, или 15, или 16. Мне вот как-то так кажется. 14, может сказать? Или 16? Так. Все, я жму 16.
А ей как раз и 20+. Вот почему девушки 20+, выглядят очень-очень естественно, а в 14-15 ты выглядишь уже как на 20. Походу, когда тебе уже за 20 лет, ты начинаешь меньше краситься, выглядишь более естественно и хочешь как-то вернуть молодость. А в 14, наоборот, хочешь казаться взрослее, и поэтому вот так вот получается. А я потом из-за этого туплю на тестах. Так, ну тут видно, ну точно, у нее еще чокер, джинсовочка такая, ну ей или 14, или 15. Ну давайте, мне кажется, что ей точно 14, вот эта девушка выглядит как раз примерно на 14 лет. 14, все. Все, у меня второй правильный ответ. Ну, судя по тому, что здесь очень дофига вариантов просто ответа, два ответика, это тоже очень даже неплохо. Так, ну здесь точно, ну точно 20+ этой девушки. Ну посмотрите, ну видно даже по лицу. Хоть у нее опять же пляжное фото, минимум макияжа. И видно, что у нее взрослое лицо, уже брови такие, все как положено. Короче, я отвечу, наверное, 20+. Давайте 20+, пусть будет. А ей 15. И здесь никак просто логически нельзя угадать, потому что вы видели, когда хочешь ответить 15, девушке 20, то есть тест не пытается запутать, здесь реально просто капец. Фух, ну тут видно, ну какие 19, какие, блин, ну ёк ты ж макарёк, ну видно, что взрослая девушка, ну никак ей не 14 и не 15, даже, видите, здесь у неё мало опять макияжа, и, ну, в 14 не выглядит так без макияжа. Капец какой-то просто, ну пусть будет, ну, 20+. А ей 18, я уже ничему не удивляюсь просто, ребята, в этих тестах. Идем просто молча, успокаиваемся и идем дальше. Я, походу, ничего не понимаю в этой жизни, в возрастах. И всем вот так вот бы выглядеть в 15, как вот эти девушки. Просто вам вот мой совет и пожелание. Так, опять же здесь, ну, 19-18... Нет, короче, здесь точно 20+. Вот я вам просто отвечаю. 20+. Этой девушке в кепке 20+. Точно. А ей 14. Класс. Ну как? Ну блин, ну она выглядит как взрослая женщина. Это даже видно по лицу. Это не то, что макияж. Ну как? Вот напишите, эта девушка в кепке не может быть 14-летней. Ну нифига, это 9 класс. Как можно выглядеть так в 14 лет? Ну не бывает такого. Я почему-то по улицам тоже хожу и такого не вижу. Короче, жесть. Так, ну тут. Тоже какая-то такая фотосессия, типа вся секси такая, губки, очень большие ресницы накрасила. Так, ну, 19, 20+, ну, мне кажется, 19. 19, вот этой девушке с губами, 19. А ей 16. Класс, просто класс. Просто все отлично, идем дальше. Так, вот эта девочка точно, ей либо 14, либо 15, либо 16. Мне кажется, она точно не больше, потому что... Или 17? Может, даже 17? Так, ну девушки в красной кофточке, ей. Может, 17, вот у меня какое-то чутье. А ей 14, ну, чутье у меня фиговое, просто по жизни я неудачник. Ну вот эта девочка или девушка, мне кажется, ей точно или 14, или 15, или 16, до 17 лет точно, потому что, ну, молодо она выглядит, косички, все дела. Может, ей 16? Отвечу, 16. А ей 18, вот как всегда, почему 16-летние девочки выглядят на 25, а вот это вот на 16. Короче, ребята, у меня два варианта из 15. Я, походу, победитель по жизни, и тесты это просто мое. Вот просто покидайте мне еще каких-нибудь интересных тестов в комментарии, потому что, ну, вы уже поняли, как я угадываю, но мне нужно тренироваться, но... Согласитесь, тест был реально очень и очень сложным, потому что первый тест, который мы проходили, ссылочка, напоминаю, в описании, или кликайте на подсказки. Там 3 варианта ответа или 4, там было очень легко, но тут просто жестяк какой-то. Ну а теперь, ребята, хочу вам задать небольшой тестик или викторину от меня. Посмотрите на меня внимательно и напишите в комментариях, на сколько лет выгляжу я. Потому что я часто упоминаю свой возраст, я его не скрываю, но многие подписчики просто не знают и постоянно задают мне этот вопрос. Поэтому внимательно посмотрите, ну, как там тест,
Только на меня смотрите и пишите в комментариях, сколько мне лет. Самые правильные ответы я буду лайкать, ну, максимально приближенные. А также, если вы проходили тест вместе со мной, пишите в комментах, сколько вы угадали, и я вас тоже буду лайкать. Ну, а на этом все, ребята, буду с вами прощаться. Не забывайте, что если мы наберем 30 тысяч пальчиков вверх, так я буду знать, что такие тесты вам нравятся, с удовольствием буду искать еще и еще сложнее для вас, и будем вместе с вами проходить и тренировать свои мозги. Увидимся с вами уже скоро. Пока-пока!